ди кие кемилектен ханкая абаха истанан тарста он его утащил газ. Он тебе улама нык тем бар дити Алексеевич Колковский памятен ниген хер кине умогон бора бар ди. Он нук ити кырджык то он нук то. Тумада хоча тугара жолоджу кузге кора путыгар историяны кепсир памятенниктар әлбәқтер. Олартон Алексеевич Кулаковскай, Петр Бекетов, я памятенника Степан Аржаков. Онада атын уран үлелері айбыт туппут скульптар Россия тюля кудуынюга Афанасий Афанасьевич Романов болар. Бүгінгі бұча кузге бері бітігәрі Афанасий Афанасьевич үлелерін кадары бітсеқ бит. Онын бігіні кадары бірге олым. Афанасий Афанасьевич, үтекінінен. Үтекінінен. Бастан туран бұл скульптура егетігері қайдақ кербеткені, үлән стилін, қанның жанры көлеліген, ұратыдың тұхынан кепсен до. Уступай вопроста. Так, скульптура әді ғоз кербетін, қалаған уже жеп қалы өтін, тойынан еген, алағын әйтім ол өтін, алта саспа. Без саспа дөсе. Ты, олға орда қаттенем. Олға ұматалдым. Ну и как-то так, потом келін пластилиннен челтынан болдым. Пластилинны папам маскоттан ағалды. Эсен, мәне соғады, отчалды. Себілу теманы ұлан леп қалығын. Қалы бол бұ реалистический ден бұ шанал. Бо мен би табаласпын, биге үйләпіт құтфоңы. Афанасий Васильевич Андосов Палмату палаты. Кенеха бұ масканы тұттадым, античный масканы. Оны тұқ бәнде. Предположен, бұ сағау оңнелы. И одновременно тұқ античный мотив кеттім. Ага, бұл ата реалистичный ден, атын әріпті. Оны олаппыз қалу бұл, бәтін олаппыға, маңды қаддемет олаппыздақ аты Афанасий Васильевич. Ондың бұл олонхо темы тігал, мен олон бұтым. Емельянов ден бұл тәде ұчоны, Николай Васильевич. Ол кенегенен сюжеті олонхо, бұл тұқ сюжет шестой день. Аталами цин лошади день он ноба. Аталами тох получается мама-то сылгы. Ага. Поэтому кентавр кудук. Кентавр кудук. Эдятел, да? Он так и не бери и чё бы кюхи келесте удаган кэте. Это тох по ходу дела каталог хайо облащается, да? Ага. Кнаттах. Ага, вот он убегает, ну, молодой панди. Хаята, короче, около кюлятага соспыт, он его кыгын керел, короче, керел, и потом без испыта, и у них случилась любовь где-то. Ага, топтал скульптура Тенкеровича. Топтала, ага. Ага, мифологическая, да. Потом он будет эколог будто. Он бидді кие камелектен ханкая абаха истанан тарста. Он его утащил. Но он нук сылы вот. Он бид мамены. Кадырдаған дейді. Романтический мамены. Он кедеді. Афанасий Афанасьевич, ота жа лохан бұл үлелергер керек қа? Бұл бір лохан маңнайғы бронзаттанан ғолы бұт памтындеген табары әтіктір, сүгірер, кейбет Алексеевич Кулаковскай, күсіклі әліксай памтындеген олар бұлады. Жа бұл үлеға қайдық ұлсы бұққаны ұлтыңынар еққа? Ну, конкурс бұл бұт онына, менің көй бұтын, екі түгінші сұллақ әді. А так Алексей Елисеевич кемен тоқ
бием цыгнах мене, мамам, тата, фамилия, це Собакіна йде. Собакіна, но ким як сикулях мама та ім'я Собакіна є. Анастасія, о, Анастасія, брата Дмитрій, мін хосеге. Так са. Да, то хосеге. Поэтому чего с того стох? Чего с того? Ну, как бы ты? Он там будет? Вот он, мама, он, ребям, син ребенок кепсявит, так сказать. Я к себе уляг тогда. Он там был уляга, манну кулахан уляга саргар, мпыгын, чыпыгын, бартын, вертер болаганди. Он там был манны к тем бардите, Алексей Севич Колковский памытын деген хигер, кене умоғын бора. Барден, он нук, и ты крыльчик, то он нук, то. Целый делегация кельбеда. Артиста, создателя. Он улнал тут, как раз булнал бы то. Булнал бы то, он обе эти масбадди. Он на Аллатан, манак, трюкку дук, эдбебит. Полгалкан, он на торжественно был я потом улнал на и идёл попу. Он свалкал вот это. Ага. Он тоже того, тем вместе ты интересуешься, если того, чего там был балет, но опера, театр, ты горди труда. Тем вместе ты кем бардай, ты того не трудай. Вот он у Лукатан манек тохба. Якутской гей Юсулахан площадь ба. Эти аджинкиды, площадь дружбы, он так так и кем боялся. Ленин, Оста. А, он на площадь Ленина. Площадь Ленина единил где-то, но кем? Владимир Ильич Туран. Он уже очелго ба навытала Аюнской ба болохта. Ну и вот, эти площадь дружбы хабы. Тем более эти Дмитрий Кононштан беги хаяпыза. Сюбилес пипыз. Кана еха манна памятник он улогтал, театр инатнан. Оно Дмитрий Кононштан чуй бэти кюлен тох девча. А то и кенда тылох пута. Учит долбун кутта. Единственное, ты нах, кто Дмитрий Конович Бейте лично был знаком. А, Алексей Севич Тенде. Учитал эти. А там просто чисто архитектурно по оси проспекта Ленина, манек, ось Салгатахана как раз вместе это как раз часто. Манна Тулохтахте. Дене келер барыр улысыға тұрар деп қолы бірекен еде, кенен сылдығылақ бай улысы әрәр. Байсы. Кене қайда қарай мен көрі білін, о, соғытық құрдық деп. Соғытық, потому что мен әлбек қалтысқаны еріп бітім. Везде қайда қарай, если даже в коллективе, коллективный фотография, себе қайда қарай көне соғытық. Олай бітер, соғытық та дем ол бақа кене ұраты болыға деп. Отстраненный. От всех, ага. Хотя это будет толку был. Я говорю, мне то халтска там лбатыма. Если это был сонун даны, он был движение. А, он эти? Отстраненный. Она я говорю. Толку был идти. Сеп. Эти моменты на бартене, то он крёнгин, он не трудно дети места где. Сеп, они там была не манкетиллеры, ведь тени меня на интеллиги мы себе тугени, хлопра букини, барин биллеры, ведь тиллер диан букини, памятнингар улелхергер, то хамит нючла, то хамис мистика курдук, то хамит дикти барите дуа. Это, конечно, пало так, иди скульптура ты нахпало так. Он хотя такая телек, деки кепся таран, кайги. Он тебя это себе лишь. Себе лишь. Дальше дихари дуют Афанасий Афанасьевич, а на бу тенме икки слухан дар дихаду. Петр Бекетов.
бу аянни сибирге тунель бахкораты ме аристу бутки улар булади. Это бикетип, конечно, интересный. Это был проект, а мне хотя бы хотелось, чтобы он был тяжелый, мустата был манукулхан, улянголлари холобра. Он не тох уратлагай, был памятник бар, бихи крячилер битемие, бил беттер бар буларе манна, эн был скульптор кивитнан. Полигай мне ики тенче хаслаха. Китенче бес. Конкурс билдел битта. Не, ики тенче сеттах цалаха, открытие то. Сеттах, ага. Он то стук месте то, чуть девять то септях месте не. Мин бьем лично, кстати, при Блаженской церкви открыл, хотя бы там была на этом. Вот что на кеннигал фона тогда где-то было, было глупо то. Он до чего кестил то, но потом тоха. Улса уже набережные гавал будто, он эти бу, он стыланы тут путала. А так мы бьем кинем памятник. Он на то, чё но, а то нык цыган нас путала. Слух сахал келя, он угалал. Он наконец-то был кушаран кейдили. О, того. У того же курдук пара ты делал, но вот это тут, да? Джона тут. Нет, а яркие. А яркие, ага. А яркие. Саханевой джона. Это мне бар так все уладе. А вот кистель был бар так тихо, а зеп. Ну, из кистель бер поймем, фа. Он толку дугун материал езжан. Эти хвал был Пикетовка там, ну, балтон, и чуть кедяха на ток падена. И хитевал, потом кеднигал шлем то, шлем ехигал иконова Казанской Божьей Матери. Она он главный секретарь бяха. Все. А ты ей на ногу дорогу, где? Он кем стадало, да? Не, ну, условно, целыгала кудук. Балта белем было. Духана тарьяр, олус истин якае, улен, бу ияски вери ортурар. Ия памяты нига. Бу, жай идея та хантан келлей, мин ахолор аган турабын, бу, караман нэнгеттен эн туз бэн санан, уны идея не битти, бу, бес сэри тола онугар, ағалай дулу сэри тегер бес оғатын сөтер бит, ияға, Ананықта құрдық әбіт. Мен 2005 лақа қақасы юбилейге әте Малгиной оңыл бұтым. Тәй сібекі бұл әде. Бес лақ бал-балан кәлі бі тақты. Кстати, оны тоқ бал интересны. Мен олытылымыны көрдім, оны тоқ әбетте. По году рождения чедахана 16, 17, 18 манок пема сауна была. Целая. Ага, уолтера. Уолтала, а? И вот оно было. Ох, тут тоже баксат. Оно было, это эти бастань, они идеи на лонг, это кинею бу. Ирс сутюгер, вот она нам курдук кересен, деви курдук, это он там билим была, она сюбелхем баран. Бары елерге ден аналар күрдіп болады. Балта, только конкретно Малгиной болбатақ ден. Сахабыстырен елерге. Әлбәк, калычы символ күрдік. И это, тоқты, мен талкой давытым. Отчего мать солдата день так хрестоматийно на гакр джаз полухох так где она. Потому что колбу царя дяхтала улана примерно чуй бетега
соғол там у нас қадағаны. То есть олық әдел күйке болын тақтан. Ага, әдер тақтан болын. Өте мұл, оныңған олдым, үші оң уақытта, қағы бөй чөчені. Оны элитегел маның кілі олы. Олған олтыл балы уже ұлапыты, оны седеге бұл түкеп бетті маның. Үс мұқсағал әте олыттым. А ну и чудо, когда хане бимосовал тохтах батаяла, да, батаяла, чудо, когда ханаде. Кадрюхпет, краше обзир, кадрюхпет. Вот. А кэлоло тох это явно халади, сейга балан телеспек, улатал он как бы будущее Якутии идет, вон там. Он на тох, он би момент бал. Иди сайсалы кюльн оттыгал, тролги. Поэтому о сайсалы не михай тахая киллер яка надо это. Сайсалы тох ти каная, где-то сетегюс цул она оттыгал кельбета. Он на, поэтому тангагын маннык будум глагал будум, былыг. Видеть не нами цей стали. Ага. Барте глядь, да, гавити. Ага. Не, ну, барте. Он еще, чуть-чуть, когда он, ну, а так он, Алла, окко, кубок уготовал. Барте, ага. Эти кубок уготовал. Ким Дмитрий Кононович Миха Хаявта, Чеддеспита. Эти кубок заходил во время войны бога вот один. Поэтому у Кубаха был лучше памятник Олха на тебе. На минуте сатана на Кубаха киллере в небе. Он не говорит, что был сахан сахагам от Кубах киллере в те. Это были Аллах Эстан Халаден Барди, он тон Олсана Улана Кубах Делея, он тон Канчуктана Джона Брата Гадиолу. Кубок Юске. Онук. А была бы тебе. Хэв, хотите дачу и дни волла, махтанавын? Утекнем будь, чтобы скорее били не корогот, блигин. Сквер матери турар и я памятник не горкалент робот. Блигини, искусствовед Мария Афанасьевна Федорова, корсеры Мария Афанасьевна, добрый день. Добрый день. Ага. Нас еще интересует ваше профессиональное мнение искусствоведа. Пожалуйста, работа Афанасия Афанасьевича. Вот это действительно самая растиражированная работа в день матери. Вот в пересылках по WhatsApp часто, значит, отправляют. Значит, получается, что мнение народное, оно совпадает вообще-то с искусствоведческим видением вот на этот памятник. Дело в том, что на берегу озера Сайсадское стоит вот это сооружение. И причем, посмотрите, она в развороте к нам, а сзади панорамно открывается как раз университетские корпуса и так далее. То есть то, что жизнь продолжается, и жизнь, как бы, вот эта вот беспрерывность времен, она как-то все-таки соединяется и получается нечто единое целое. Здесь что характерно? Человек показывает, в общем-то, конкретного существовавшего, так скажем, жившего человека. Это Малгина, известная мать, которая потеряла 5 своих сыновей во время войны. Но образ-то обобщенный получился. Да, через, вот да. Через одного человека мы одного открываем человека всех. Раскрываем всю суть женщин-матерей войны, которые пережили и голод, и холод, и бесконечный труд. Да, и ну, наши якутские женщины, прекрасные мастерицы. Мы здесь как раз и ощущаем вот это. Вот, ее одежда в национальной, вот это, в национальном колорите, он как раз подчеркивает женщин, тружениц, мастериц, которые готовили там не только, так сказать, для фронта, все для фронта, но и не забывали как бы и себя украсить. Но при этом тормоза у нее все
исхоженные, невозможно исхоженные. Дело в том, что Ирина постоянно тохтала к Владе, и вот обувь у нее одна при таком нарядном платье, как бы, да? Вот. Что удачно сочетается вот здесь вот? И ребенок маленький, и вот эти соколы летящие. Один сокол действительно с батыей, вооружен, что говорит, символизирует, что сыновья улетевшие принимают участие в войне. Вот. И обязательно с миром должны вернуться. Вот. Здесь еще есть образ зайчика. Зайчика, Заяц, дело в том, что заяц действительно спас якутский народ во время войны. Да. При бескормице, страшном голоде. И в такой вот, вот природа просто делает подарок. Народилось очень много зайцев. И, а поскольку население как бы и охотники были, да, и так далее, все-таки это действительно очень помогло. Да, точно так же, как и караси, да, вот мы говорим, карась-карась. Он же тоже спас. В комплексе, вот когда есть продукты питания, все-таки наш трудовой народ, он все равно, не отчаиваясь, остается, да. Ага. И, вот. Как, и как дань уважения этому животному, вот Афанасий Афанасьевич его родил. Да, передал. Кстати, вот о зайцах ему рассказал Сорунум Аллан. Да. Сорунум Аллан. Они, кстати, общались, он вообще, Афанасий Афанасьевич, со многими известными писателями ведь был знаком. И при вот подготовке каких-то скульптурных композиций обязательно советовался. Вот прежде всего с Сорунум Алланом. Очень уважал, это был вообще семейный друг, так скажем, да, вот, с Савой Тарасовым и многими другими. Вот был в тесном контакте. Не только через папу, кстати. Папа ведь у него занимал высокий пост. Вот, и очень, к сожалению, рано умер. И мама одна вынуждена была растить четверых детей. Вот, и при такой вот, собственно говоря, сложных семейных коллизиях ребенок, научившийся лепить, делать что-то своими руками, да, пронес вот это любовь к лепке, любовь к формообразованию с самого детства и остается верен по сегодняшний день. Вот это самое главное. Что... Мария Афанасьевна, вы отмечаете какие-либо отличительные черты в его работах? Конечно. Свой почерк, да, он, конечно, есть? Конечно. Вот при всей, так сказать, абсолютно классической, классическому формообразованию, которое он получил в стенах Суриковки, все-таки у него есть одна такая вот черта. Он детализирует какие-то моменты, или орнамент на одежде, или же какие-то там символических животных помещает и так далее. Вот обязательно занятные работы. Надо обязательно рассмотреть это все со всех сторон, и тогда уже понимаешь, начинаешь раскрывать. Какие-то новые грани открываются, как будто. Да, 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 да. И вот это вот как раз особенность художника. Вот, например, Петр Бекетов, его композиция, стоящая на вот набережной Лены, она как раз этим и интересна. Там вот этот, икона Божией Матери Казанской, там под шлемом находится же, да. Чтобы как-то сохранить от дождя и снега, под шлемом. И это ведь надо обнаружить, это надо рассмотреть, этот памятник, правильно? Вот, вот такие нюансы. Или же там, что у него еще есть. Ну вот на бревнах там очень символические есть иллюстрации, как бы вот к моменту. Кстати, знамя, там есть изображение знамени того периода. Вот, это же удивительно, как это можно было так разместить и так композиционно решить. Вот это да. Спасибо. А
Аспытов нарнарод үйеті соқ болар дейлер. Онын кейін қораптығар онына бүттін сақабы сірегер, историяны сегетер арияр памытыниктар әлбей тұрдыңдар. Онтон келінлері аятчылар, историяны тыңныр жон болаларын ұмдымо қайын. Мұнан бүйінгі тағарып түн түміктіп бүйт, аныз кеберіге, күрсе қадері.